буду тестировать акваробота. Самообслуживание робот-мойка. Выберите программу мойки. 4 варианта. Экспресс 150 рублей. У нас безналичный способ оплаты. Мойка завершена. Спасибо. Ждем вас. Всем привет, с вами Сергей Степанов. Буду тестировать акваробота. Самообслуживание робот-мойка. Посмотрим, что за штука, сколько стоит. И посмотрим весь процесс. Автомойка находится по улице Декабристов. Это напротив 6 А микрорайона, город Ангарск. Я вам сейчас покажу машину, как она выглядит до мойки. И потом посмотрим, как машина будет выглядеть после мойки. Пойдемте подойдем к терминалу, посмотрим, сколько стоит и как им пользоваться. Акваробот. 10 минут и готово. Сейчас протестируем. Заезжать будем вот сюда. Поставим машину, заглушим двигатель и робот будет мыть. Итак, терминал. Добро пожаловать на робот-автомойку. Выберите программу мойки. 4 варианта. Экспресс. 150 рублей, смыв, эмульсия, смыв. Стандарт 250 рублей, мойка днища, смыв, эмульсия, смыв. Стандарт плюс. В состав услуги входит мойка днища, смыв, эмульсия, пена, смыв, легкая сушка. И за премиум, за 400 рублей нам предлагают мойка днища, смыв, эмульсия, пена, смыв, воск, турбосушка. Но мы на данный момент, чтобы нам протестировать автомойку, воспользуемся экспрессом. И мы с вами видим, что можно оплатить двумя вариантами. Наличный и безналичный. Но это хорошо. Ладно, заезжаем. Данный седан Nissan будем мыть. На данный момент вот так вот он выглядит. Выбираем программу «Экспресс». У нас безналичный способ оплаты. Сумма к оплате 150 рублей. Для оплаты коснитесь считывателя карты или устройством с поддержкой PayPass. Робот ездит, видимо, считывает габариты автомобиля. Пока ничего не происходит. We'll be right back.
пошла эмульсия. Сейчас проверим, как помыла машину. Сушки у нас, обдува у нас не было. Машину тоже никто не выйдет, не протрет. Но сейчас на солнышке высохнет. В принципе, за 7 минут вот так вот быстренько помыть, как вариант. Как вариант. Ну, чисто. Диски чистые. Я думаю, можно за 150 рублей за 7 минут сполоснуть автомобиль. Неплохо получилось. Акваробот. Самообслуживание, робот-мойка. Находится напротив 6-го А микрорайона. Это деловой центр Сливки. За 150 рублей, за 7 минут помыли автомобиль. Всем спасибо. До свидания.